ребята, 7 мая 22 года, Красноярск. Это просто трэш какой-то. И пыль, и грязь, и смог, и дым. Такая пыль еще, что невозможно весь город так вот покрыть. Жесть какая-то. Вот, это видно, что пыль. Что в небе творится? Давненько не припомню, что в городе были такие бури, ураган, пылевой, ездящий, еще из рассеянных полей, западе, много грунта еще не взошедшего. Поэтому сейчас я попрошу просто-напросто берегите себя, ни в коем случае нельзя сейчас даже в руки спички брать, подходить к огню, это может превратиться в страшное последствие. Скорость ветра больше 20 метров в секунду, также будет распространяться и огонь. Вообще лучше побыть дома, там, обезопасить себя, посмотрите, чтобы ребятишки лишний раз не гуляли, надо перетерпеть. Я сейчас проехал по городу, все коммунальные службы, руководители на объезде, будем делать все возможное для того, чтобы все предотвратить. Самое главное сейчас берегите себя.